Всем доброго здоровья, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня получил посылочку вот такую вот. Сейчас мы ее с вами откроем и посмотрим, что же там у нас находится. Так, тут у нас сопроводиловка. Пупырчатая бумажка, это пупырчатая упаковка. И здесь первым делом у нас вот такая вот катушечка. Безинерционная катушечка вот такая вот. И уже у нас она с леской. Так, катушечка идет. Дальше у нас тут бумажка сопроводительная. Откладываем в сторону. И далее распаковываем. Откладываем бумажку в сторону, ну, в смысле уплотнительную пленку. Так, открылась у нас следующая коробочка. В следующей коробочке у нас идет вот такая вот защита на руку. Ну, это не кожа, это кожзам. Вот. И там внутри у нас железная пластинка. Здесь, здесь и здесь. Далее у нас идет крепление для катушки на руку. Здесь имеются два винтика, которые нужно будет открутить. И как у нас будет на руке она? Наверное, вот так вот все-таки. Да, вот так вот. И вставляем, сюда вставляем мы катушку. Катушку вставили, и теперь нам нужно совместить дырочки, поставить за клепочки. И значит, надо их переставлять на ту сторону, блин. Переставляем под нужную руку. И закручиваем. Вот теперь полный порядок. Это будет как-то вот так.
Ну вот как-то так. Это выглядит на руке. Вот, к этому надо будет приспосабливаться. Дальше у нас идет запасной ремешок, потому что, говорят, они сильно часто рвутся. Дальше у нас идут вот такие вот два дротика. Чересчур сильно что-то замотано. Уж железки-то мотать так. Два вот таких вот дротика, с которых мы убираем нафиг вот это оперение. А оно здесь хрен убирается, да? Ага. Ну, у нас там есть другие дротики, с которых подойдут концевики. Блин, все замотано насмерть. Вот они. Вот они, самые основные. И здесь такая же фигня. Вот с этой хренью, это не дротики, а полное фуфло. Поэтому вот это мы выкидываем. А сюда резьба пойдет. Вот как чудно. Сюда резьба пойдет. Вот они будут, вот концевички. Значит, дротики вот такого варианта. И остальные дротики вот такого варианта. Вот, их тут достаточно. Взял с резервом. Вот. Чтобы был резерв. И вот такая вот коробочка под дротики. Дальше у нас идет, взял леску, это не леска, а плетенка, вот такая вот она, несколько цветов, каждые 5 метров меняется цвет, то есть можно определить, будет определить, на какую вы дистанцию выстрелили. Вот, и взял леску вот обыкновенную. И вот такая вот штука у нас еще есть, которая будет помогать заправлять шарики. Шарик вставляется вот сюда с магнитиком и запихивается. И также вот сюда можно будет насыпать немного шариков. Вот так будет
чуть проще. Сейчас позже покажу, для чего вот эта штучка нужна. Так, далее у нас идет еще две коробочки. А что же в этих коробочках? Коробочки что-то одинаковые. Ну, откроем первую. А, вот. Вот. А здесь идет у нас запасные тяги. Силиконовые. Значит, размер 6. А наружный. Внутренний 3. И вот для чего вот эта штука нужна. Сюда шарик, и мы его проталкиваем вот сюда вот для установки. Это резерв, потому что это расходный материал. Здесь я заказал 10 метров. Тоже откладываем в сторону. И вот у нас сама вот такая вот рогаточка. Вот она. С упором, всеми делами. Так, рогаточка полностью металлическая. Вот, потому что пластик быстро выходит из строя. А, смотрел, значит, обзоры я. Вот эти вот крепления, болты, быстро они откручиваются и теряются. Мы их сейчас зафиксируем сразу. С помощью обычного суперклея. В идеале, конечно, это сделать фиксатором резьбы. Но так как под рукой его не оказалось, возьмем обычный суперклей и промажем резьбу. И затягиваем. Все. И то же самое проделаем с нижним винтом.
Ну вот теперь я надеюсь, рогатка будет сидеть и не раскручиваться. Так, и что же у нас в последнем ящичке? Так, а в последнем ящичке у нас скорее всего резинки идут. И очки. Блин. А ребята наложили резинок на всю жизнь. Вот просто такая вот куча. Это резинок столько наложили по промокоду от Чингу. Вот. А я взял, купил комплект. Рогатка, катушка, резинки. Вот, я заказывал 4 штуки, вот такие вот, 4 резинки. А вот вся вот эта остальная куча, это все по промокоду от Чингу. И я так понял, что очки мне тоже подарили бесплатно по промокоду Чингу. Вот, потому что в описании, что у нас входит, так, вот, я вот так заверну. Вот, я писал, что вот по промокоду от Чингу. И здесь вот в перечне очков нет. То есть мне вот эту кучу резинок подарили. Здесь просто на всю жизнь. Отлично, спасибо. Спасибо огроменное, просто огроменное. Вот, теперь посмотрим самую важную деталь. В охоте с рогаткой это нужны очки. Вот, в таком вот они красивом кейсе идут. И тут еще вот кейс с такой вот застежкой. И сами очки. Очки металлические, вот тут вот сразу чувствую, что холодный вот металл. Здесь мягкие резиночки для удобства. Вообще классные очечки. Ох, померил, сидят шикарно, я их просто не чувствую. Обалденные очки. Вот, без очков эта охота будет наполовину. Практически без очков вы ничего разглядеть не сможете. Ребята положили два вида резинок. Вот, одна с тройными тягами, а здесь резина 5 мм, а внутри 3 мм. А здесь вот резина вот намного толще, 6 миллиметров, и внутри 3 миллиметра. Вот такая вот двойная и вот такая тройная. Супер. Вставляются они просто. Растягиваем резину и раз туда. Раз туда. Так, и вот так вот мы ее натягиваем. И так же самое с другой стороны. Растягиваем и вставляем.
растягиваем и вставляем, равняем. Натягиваем. Вот такая вот рогаточка для охоты на рыбу. Сумочка пришла вот в таком вот пакетике. Сейчас мы откроем. Тут у нас еще один пакетик. Так, вот модель X224. Это вот магазин, где я заказал, кому интересно. Угу. Вот такая вот тактическая сумочка. Много-много здесь кармашков, под очки. Здесь вот под всякие безделушки есть место. Влезут ли сюда очки? Вот такие вот очки. И прямо как они здесь и были. Сейчас вот внизу еще такой кармаш. Только почему-то вот. Такой вот здесь отсек. Ну, новое плохо все пока открывается, разработается. Здесь вот еще такой отсек. Все сделано с упором на то, чтобы молнии закрыты и не попадал ни снег, ни дождь. Так, и основной отсек сейчас посмотрим. С этой стороны вот у нас тоже можно что-то вставлять. И основной отсек просто огромный. С двумя потайными кармашками. Вот такая вот сумочка. Всем, кому было интересно и полезно данное видео, не забываем подписаться на канал, оставить комментарий и включить колокольчик, чтобы не пропустить более полезное и интересное видео для вас. Всем огромного здоровья, тепла и уюта в ваших домах. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч!